Петь хором и побороться за победу своей команды собрались пенсионеры всех городских и сельских поселений Волоконовского района. Подобные соревнования здесь проходят с 2001 года и с каждым разом собирают все больше участников. Есть и те, кто не пропустил ни одной спартакиады. Занимаюсь я спортом все время, особенно стрельбой и дартсом. Занимаюсь еще и радиоспортом, так что думаю, это все как-то совместимо и помогает мне дальше жить. Стараемся вести, так сказать, здоровый образ жизни, чтобы не стареть, чтобы вечно быть молодыми, оптимистичными, активными. Программа спартакиады несложная, но насыщенная. Тут можно и гол в ворота забить, и в баскетбол поиграть, и на меткость себя проверить в дартсе и стрельбе с пневматической винтовки. Николаю Худотеплову из села Волчья Александровка скоро 70 лет, но выглядит он моложе и на здоровье не жалуется. Считает, это заслуга спортивного образа жизни. Я занимаюсь дома спортом, бегаю, ежедневная зарядка. И здесь, сколько существует соревнований, я все время здесь. Для многих пенсионеров именно подготовка к районной спартакиаде стала поводом прийти в спортзал. В любом возрасте важна победа в первую очередь над собой. Ну а победителем 7-й районной спартакиады стала команда Волоконовского городского поселения. Елена Голотовская, Игорь Доценко, новости мира Белогорья. Петь хором и побороться за победу своей команды собрались пенсионеры всех городских и сельских поселений Волоконовского района. Подобные соревнования здесь проходят с 2001 года и с каждым разом собирают все больше участников. Есть и те, кто не пропустил ни одной спартакиады. Занимаюсь я спортом все время, особенно стрельбой и дартсом. Занимаюсь еще и радиоспортом, так что думаю, это все как-то совместимо и помогает мне дальше жить. Стараемся вести, так сказать, здоровый образ жизни, чтобы не стареть, чтобы вечно быть молодыми, оптимистичными, активными. Программа спартакиады несложная, но насыщенная. Тут можно и гол в ворота забить, и в баскетбол поиграть, и на меткость себя проверить в дартсе и стрельбе с пневматической винтовки. Николаю Худотеплову из села Волчья Александровка скоро 70 лет, но выглядит он моложе и на здоровье не жалуется. Считает, это заслуга спортивного образа жизни. Я занимаюсь дома спортом, бегаю, ежедневная зарядка. И здесь, сколько существует соревнований, я все время здесь. Для многих пенсионеров именно подготовка к районной спартакиаде стала поводом прийти в спортзал. В любом возрасте важна победа в первую очередь над собой. Ну а победителем 7-й районной спартакиады стала команда Волоконовского городского поселения. Елена Голотовская, Игорь Доценко, новости мира Белогорья.